Губернатор Сергей Морозов встретился с руководством Министерства образования и науки Ульяновской области для обсуждения деталей создания проекта образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех». Ключевая задача фонда – это должна быть аккумуляция всех сил региона на то, чтобы эти таланты действительно найти. Мы говорим актуализация талантов, личностного потенциала. Фонд должен обеспечить инфраструктуру, мобилизацию этих талантов. На важную ответственную должность главы фонда выдвинули кандидатуру Раисы Загидуллина. Вы готовы? Осознаю, что это серьезное действительно управление работы. Председатель правительства Александр Смекалин предложил возложить обязанности министра образования и науки Ульяновской области на Наталью Семенову. Необходимо поручить, я считаю, вот, именно управление министерства на первом этапе, но в дальнейшем, если у нас все хорошо сложится, я думаю, что все хорошо сложится. В общем-то, снимет с нее эту приставку. Сергей Морозов одобрил предложенную кандидатуру на должность временно исполняющего обязанности министра образования и науки и уже дал поручение подготовить соответствующие документы. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.